Начиная с 2020 года, ежегодно, на протяжении 5 лет, 18 марта, проходит международная акция «Сад памяти», которую поддержал президент России Владимир Владимирович Путин. Я с удовольствием присоединяюсь к данной акции, потому что она дает возможность сохранить память о наших предках, о их великом подвиге, о нашей победе. Также эта акция дает возможность сохранить память о наших военнослужащих, которые погибли, выполняя задачи в зоне СВО. Данная акция проходит в различных регионах нашей страны. Поэтому я хочу и имею желание посадить несколько деревьев вместо одного. Первое – в Москве, в честь своего друга, товарища, выпускника МОСВОКу, кремлевца, лейтенанте Игоря Степине. И второе – на своей родине, в городе Тамбов, о боевом товарище, сержанте морской пехоте, Олега Ивлякова.